Красивая песня. Новая мапа. Вы рады? Вообще они обещали при поиске сделать выбор карты. Но как обычно наебали. Припой? Андрюх, у тебя припой? Да, Игорь, на балконе лежит. Чё? Так, мне готов ехать. Блин, слушайте, мне кажется, у меня хороший FPS достаточно. А прицел как-то можно поменять? Прицел. Конечно. Цвет. Настройки в геймплее. Там цвет. Управление? Или чё? Какое управление? Извините. Мне почему-то стало вдруг забавно. Нашего диалога. Мы летим, ребят. Сейчас вас научу, куда падать. Пикадо? Нет. Парни, как выключить кое-что, звук? Кое-что лучше, вот сюда вот. Ctrl-M. Нет, именно голос только выключить. А настройки Ctrl-T. Какие-то горел? Все, все низкое. Ctrl-D? Все низкое, да? Текстуры, все Ctrl-T. Очень низкое, текстуры средние и дальность... Ctrl-что, Игорь? Дальность видения, Ctrl-T. И дальность видимости медиум, средняя. Спасибо. Все, понял. Ребят, вы будьте готовы. Это вот там туда прыгать, да? Да, на мою метку. Там особняк такой с двором. Бро, с тем двором, я надеюсь. Да. Ну тут ебал, ебал не развивай. Тут ебал не развивается, Игорь. Ебал? Что? Ой, блядь, значит, что это, пиздец, почему так поплавило, объясните. Ебал не развивается. Так, ладно, поехали. В тот двор, блядь. Ой, надо вниз, да, уже лететь было? Да. Так, чё, кто-то во двор летит? Да. Ладно, я в этот, в ангар. В ангар, где крыша сломана. Ты что, дебил, блядь? Мы все сюда летим. Чё, во двор. Все во двор? Все во двор. О, они не пофиксили откаты. Они не пофиксили откаты, мне бы сейчас... Ага, отлично. Все во двор, вор, мужичок заряжает оружие. Он свой, это свой. За нами, пожалуйста, помоги. Никто за меня идёт, чё, дебил, блядь? Ебать, лайк. Это свой, блядь. Я врач, сейчас чё. Так, идём. Я забираю его оружие. Ты молодец, Игорь. Спасибо. Твои! Эйба, сенса огромная. Так а нахуй ты такую поставил? А я не знаю. Ты что, сосну въебался? Пушим его под пушем. Друзей его надо искать. Тихо. Так, ты раздаёшь, получается, да? Немного, да. Где этот? Где это вы? Подо мной вот друзья где-то. Я холмани. Второй? Ребят, не хуево, я пошел. За мной погоня там. Я хил не делать. Убил? Убил? Да, хил не пришел. Нет! Бы. В смысле, нет, блядь. Чел, меня, сука, help! Нет, блядь. Ты не убил? Он снизу ушел, Лёшу трахал. Это разминочно, это разминочно. Мне хил надо. Он по лестнице наверх поднялся. Еще нет. Выебан раздет. Что, блядь? Убил его? Снаружи кто-то бахнет. Издалека, из очень да далека. Нет хила ни у кого? Откуда издалека? Ну, я на себя трачу. 5 бинтов могу дать. Сколько, блядь, далека? Вы что, ебанулись? Он реально был очень далеко. У этих челов дохуя. Да. Есть какой-то прицел? Ну, только мой. А где аптеки? Где-то была аптека тут, алло. Так, короче, я понял, что у меня сенса немного не ок. У меня с хп немного не ок. Общая чувствительность. Давайте попробуем 30. Я тебе могу дать хилку, я это нашел в трупе. Ну, мне надо, да. Я бегу к тебе. Тут я на балконе еще одну оставил. Бегу. Блядь, ты уебал, пиздец, далеко. Ну, в соседний дом за хилкой. Ой, нашел хилку, слышь. Отбой. Чели, кстати, был где-то с S. А, вон бежит, вижу. Сейчас я ему... Далеко? Баллистику тащу, парня. Далеко? Далеко, метров 500, наверное. Понял, блядь. Ладно, это рофлинг. Мне... Ну... Ты ко мне там? Да, я тут прям. А есть бустый мерф? Не, сам сказал, наверное. Я бегу к тому челу.
У меня, правда, броники нет. Что это за молотов, нахуй? Так, а где так. Чел? На тех домах? Парни, как использовать паркур? Есть информация? Откуда ты отсюда стреляешь? Я же тебе сказал, на N. У тебя на N заменишь, да? Я могу теоретически вот так вот вам. Ой. Здесь двери открыты. Он дальше убежал или что? Не знаю, еще пока. А еще без бронешлема я чувствую себя это немного ущемленным. Парни, прицелы есть? Нет. Я хз, их просто нет здесь. Куда они делись-то, блядь? Так это, наверное, их последний друг. Ухали враги. Они побежали еще по дороге на этот самое, на Е. Можно там их взять. На Он е. К ангару к тому, наверное. На восток. Андрюх, что по фепсу? Комп новый же. Топ-5. Ясно. Точно я, Андрюх? Ты не пиздишь? Но тут больше ну, тут большие побежать направо-налево. Туда, когда мы бежим, туда они побежали. О, артиллерия. Андрюх, Андрей ты... первый раз ещё услышит, да? Да. Галахов, Андрюх. Ну сейчас порофлишь. Да, ну в смысле, она же бывает только ЛСов. Да тут не в этом дело. Да нет, со звуком. Они на тачке уехали, забейте. На двух тачках уехали. Хуй на них. Забейте хуй на них, пошли. Ну я бы доел это. Ну, у меня армор хоть первый. У меня сколько? Так я другое вижу. У меня 130 флешка. Я, наверное, в другую сторону смотрю просто. 140 сейчас. Че, рофлить-то можно уже с бомбежки? Ну когда рядом будет, когда будешь рофлить. Есть бусты у кого-то, нет? Серьезно. Падри какие-то ставили. О! Это не самый интересный звук. Подлетает еще. Ага. Я понял. Норм. А шлем никто не находил? В самом первом доме. Игорь, подарок, мне не просто во имя флешки. Все нормально. Во имя флешки? Угловая надо кому? Во время. Нет. Мне увеличены только нужны передох темку. А есть прицелы там что-нибудь? Рандотами. Стреляться сможем вообще? Рандотами. Погнали на... Вот тут глянем, что с дома, может там какой-то лут есть. Я на самом деле, у меня прям... Очень топовый лут. У меня 74 патрона, калаш и кряк. Если еще, вот когда ты метку поставил, там нормальный лут, вот здесь еще нормальный. Ну, нет, на оранжевый именно дерьмовый лут. Okay. На моей метке там нормальный дом. Там на твоей три ангарочка и такие. Повезет, не повезет. По две точки в каждом. У меня такое мнение есть, то, что эти челы могли на тачке подъехать и поплутать там все. Это будет крайне плохо. У меня такое мнение, так, что Лёха уже ушел. Куда ушел? Зачем ушел? Ну, он расстроился, что отфидел им и нет. Это не, он сказал, что это разминочная. Шлем думаю, первый тут. Готовится к следующей катке. Тут шлем первый. Я возьму. Что-то тут нихуя нет, ты мне, конечно, напиздил. Без обид, конечно. Ну, может, Сайгас вверх валяется. Сайга ты имел в виду? Айга, да. Кстати, бенз не лишним брать сейчас. Не, ну вообще такая прикольная разруха для Mad Max в этой карте. Mad Max? Опа. Опа. Он, кстати, тач 120. Стоит, они там предлагаю сидят, фаста. Гол. Я не с вами, я вообще упал тут. Фокс. Ты что, упал? Андрюх, у тебя тоже нет бустов? Но я пошел эти ангары, которые Игорь отметил. Погнали. Андрюш, мы на очке. В смысле, мы разминаемся, нам нужно потренироваться немного. Слышь? Вот, к этим. А этих душить будем? Да. Они пристреливаются, вон один бежит на улице. Вижу. Далековато. Бегу к вам. Тут, по-моему, ближе был кто-то, не? Да. Тут ближе есть. Парни, зачем так потеть в разминочной, объясните? Там идем в
страшно убивать. Блять, это аптека. Разминочная. Размяться, блять. Идите, иди, не начки, Андрюх. Бело. Вон, вижу челик. Ага, давай. Отлично. Еще. Еще вдали один. Кто-то близко должен быть, че, не? Так, я этого забираю лут. Да нежно только. Тебе там ебал не сломают. Я очень сильный игрок. Окей. А, стоп, он еще мертв. Жив, точнее. А так ты его нокнул. Андрюх, прямо был. Человек. Андрюх, прямо, прямо. Да, на хрена там? Двое. Буст, да, нужен. Андрюх, ты как там? Я нормально. Меня спалили. По мне. По мне давали. Где враг-то? При баллах. Перед тобой вот на этом здании были. Не буду сейчас. Понял. Блять, как отсюда выйти? Я подожду немного. И а хлопа будет? А ты стреляешь? Нет, да нет. По мне дай. Я даже не вижу откуда. Я тоже не вижу. Но я лег. Один в окне, блять, в окне. А Вин 94 это новая или старая пушка? Новая. Новая. Она хуевая. Кто в голову шотает? Ну, блять, без прицела зато. Полная хуйня. Ладно, болика нет. Есть вижен на кого? Сам выжил что-то? Я ну, все там впитал, чел, вот. Кто у нас второй? Игорь. Над тобой чел. Сзади? Это свой давал сейчас или нет? За... Блять. Поднимешь? Сзади? Андрей там кто рядом. Я в сейве. Да нет, над тобой его, блять, в здании над тобой. Мервинг, зачем я повелся на это? Он... Да, вижу. Игорь, вот я сейв. Молчи. Так я не знаю, чего вы так долго там бегали вокруг всех челов. Пока не смотрел. Он на лестнице спустился. Ну, это... Тебе поднимать нас знаю, надо. Они меня из первым. Рукан были, да? А вы оба сдохли, что ли, я понял, блядь. Да, да, да. Игорь, ну я вот здесь прям. Ну, Игорь, я быстрее упаду. Мир быстрее падает, наверное. Два раза мы одинаково падаем. Ну, его раньше да. Нокнули. Ну, я раньше. Там еще на... В крови, на НВ-тачке было. Блин, ну Игорь, ты киберспортсмен в пап, естественно. Фиданите, ну фиданите, фиданите. Пытаемся. Спасибо большое, Игорь. Просто проблема в том, что я даже не видел, откуда они стреляли. Мерлин, ты деловой, конечно. Ну, я подождал. Я вообще думал, что ты, ну, ты сам понимаешь. Килочки, я так понял, всем нужны, да? Географически возьму, передок возьму. Вертикалка тут есть, если интересно. Ну, это бамжики какие-то. Ой, тут тоже есть какой-то чел. Болики, третий шлем. Хуяся. Второй шлем тут лежит, если интересно кому-то. Ловый? Болеталечки нужны, Игорь? Ну, я у меня есть. Это вообще пусто. Ну, у меня, короче, да, одна аптека, один на бейсбол. У меня только бинты всякие. Мы не в круге, если что. Дайте один на бейсбол. Андрюха даст. У тебя есть хилки лишние? Или на ком-то из них второй армор есть? Бинтов. Второй нет. Первый вообще, любой армор. Дайте первый, один на бейсбол. Да, половинчатый. Спасибо. Короче, только он не берется. Половинчатый? Где половинчатый? Тут он на мне. У кого-то есть СКС? Могу обвеса дать? Нет. Ну, могу пламя еще не крякнуть. Погнали в круг. Едет тачка. Тачка справа. Она по дороге едет. Летним днем? А, бля, мне шлем сняли, охуительно. Дал одному. Нет, таксовок, да, ни у кого? Не, блин, ну как выглядит, все прикольно, конечно, но пока что... Да. Они там не тормознули в этом участке случаем? Будем надеяться, что нет. Не, вон они дальше по дороге на 145. Окей. Выстрел. Чё? А, кстати, сейчас баллистику проверю.
сложно сравнить. Короче, Андрей, пули летит. Пули летят теперь медленнее и быстрее падают. Как в армии, короче. Ну, это отлично, кстати. Это отлично, это мне нравится. Причем кто-то говорил, что я буду ныть с этого. Мне и еще нравится, когда в X4 более... как минимум нельзя. Не помню, как остальных. В X4 нельзя этот. Слышите сзади? Сзади, сзади, точка. Да. СВ. Ну, она тоже мимо. Ну, я, то есть. Нельзя вдруг на X4, возможно, какие-то еще вставлять эту дальность. На X8 только. Нет, ну короче, ладно, это можно предрочить. Тест. Чё такое? Это он тест, типа. Предрачивается? Бля, охуево то, что мы две тачки, конечно, въебали. Можно даже левее, наверное, пойти вдоль дороги. Тут обычно по дорогам катаются. И вдоль дороги идти, чтобы кого-то ебануть, в следующий раз не пустить. Чё, на самом деле, на этой карте... блядь. На этой карте без иксовок вообще грустно. Ну, да, не очень хорошо. На фиде мы и все и спать. Ты это хотел сказать? Мне показалось. Может быть да, может быть нет. Да, без иксовок тут реально очень интересно играть, походу. Ну можем по дороге попутку ловить. Ну, мы дальше пойдем. Спину там кто-нибудь чекайте, кто последний бежит на тачке. Ну я право чекаю. Там домик напряжный. Блять, у меня домофон, по-моему, секунду. Уже примерно где-то 5 звонит. Чего? У Игоря домофон, говорю, уже минут 5 звонит. А. Ну, в курсе слышно было. Парни, а вы фидануть не хотите? Хотим. Разминочная. Ну, мы бежим, разминаемся. Не, первого человека вижу, начинаю отважно стреляться. Ничего не пропустил? Давай вот эти вот хатки полутаем. Интересно. Импалы это эти что-то. Не, не импалы, это просто какие-то домики, по-моему, импалы слева. Импала. И на тракторе, я понимаю, тоже не покататься особо. Тут центр буханка в моде. Ну ты можешь залезть, посидеть на нем. Шестиместный автобус. Право едешь что-то. Давай. На СВ уже проезжает, там джип далеко. Что? Ну, на СВ джип едет мимо нас параллельно. Вы никого не убивали тут? Нет. Тут залупано. Ладно. Но вообще есть парни, популярное место. Можем на маркер добежать. Там не было самолета, не столь популярное место, и лута на троих точно должно хватить. Может, не надо тиммейтов поднимать ради Лехи. Хорошо, или даже можно задавить парня. Или взорвать кого-то случайно. Не, Кекс, это подло. Говорил то, что сейчас это в этой игре в киберспорте есть эти челики, которые ходят, размениваются. Чего, блядь? Разведчики. Разные? Я разведчик. Надо друг начать киберспорт. Встретим шлему разведчик. Мы играем папчик. Да. Короче, дрема, двери на в самом этой деле. Игре теперь не нужны. Бегаешь, правильно бегаешь. Второй шлем здесь лежит, если что. Я возьму. Не, там? Я правильно понимаю, то, что никто уже через дверь не заходит, правильно? Не, вообще через дверь заходит. Иногда. Когда ты окна бьешь, это полная хуйня, или там без окон дома? Бля, чувствую, у нас охуительный круг.
в городе, блядь. Да не, на самом деле, я по КД сюда падаю, вот именно мой маркер там, нормальная точка. На такого круга ни разу не было. Я здесь все знаю, территорию. В этой мапе. Опа, стрельба, где-то вдалеке. У меня в ПР-то очень часто был. Может, мы рядом. Разные пубги играли? Не, это не рядом. Это метр дохуя. Понял. Я около того. Это на горе там я вижу одного. Но вероятность попасть в него 1%. Ну год здесь ксовки чекнем. Здесь лут, короче, в этих в трех ангарах, на ящиках вот таких. Деревянных, если снаружи смотреть. Дымовую возьму на всякий, наверное. Тут все облупано, наверное. Да не-не, я только что тут проходил, лежали патрики на эмку. О, патрики на эмку? А сколько патриков на эмку? Патрики на УЗИ. Чё, патрики? Чё, сколько патриков на эмку? У меня 56. Я могу отсыпать. Не, здесь точно не лутано. Да, не лутано. Револьвер? Р-45, да. Сюда. Чё у него за патроны? СПшки? Синие. Перед нами типы. Близко довольно-таки, на 175. Двое минимум. К нам машина подъезжает. С какой стороны? Слышу. Их вон едет. Они мимо едут. Две машины. Они объезжают. Это по вам дают или что? Нет, они стреляют с этим с кем-то, с этими челиками. Короче, го пойдем спина. Нет времени объяснять. Погодите меня секунду, я с второго этажа слезу. Нет, это другие машины. Запиян трех на машины. Перед нами типы. Один труп вижу. Перед нами труп. Да. Левее, да, возьмем? Да. Слышь, Игорь, заходите на секунду. Так, перед нами тип был? Мне показалось. Надеюсь, показалось. Так, ладно, Игорь, я за... Ты лутать фэм. Пошел? Ты псих? Да, нормальный игрок. Иксаут нет там? Мини. И патроны на дерьмо твое взял. Эксалок нет? Тихо. 4. С ангара. Какого ангара? Сгоры, блядь. На В. Падайте, лежать. Ко мне стоит, да? Убирайте. Это С В дают. Слева типы. Там с ангара. Одного нокнул. Здесь с ангара. Второго нокнул. Они сгоры, я одному надавал. Сзади прям дает Андрю. Вообще другие. Пипен киллер. Йоу, Игорь, на 250 челы еще. По кругу, блядь. Вы для них открыты. Прям супер открыты. Ну, 250? Каком 250? Да, какой на 250, там три типа были на горе. И одного на кос. Есть у кого-то хилка человеческая? Аптека есть у меня. На один мой сдох точно. Аптеку скидывай на Андрюх, танцы. Под нами едут вроде, не? Тихо, глушака. Увидите там на горе? Ну, тут челы на 250. Дал один раз, там у чел глушака. Нам до круга надо идти, нам пиздец до него и минуту. Погнали. Ой, у меня только нежно надо. Очень СНС. Так, парни, секунду. Быстренько зум СНСУ. На вкруг надо попасть, Андрюш. Бля, никого не плутали, пиздец, ноль хила. Хуй там плутаешь кого. Я одного залутал, говорю. Я могу бинтов отсыпать. Давай, если лишние патрики мне, плиз. 5-6 я взял. На Патрике. Чё он трех пиксовый взял, ты нет? Андрюшка. Перед нами еще ангар будет, в котором можно я будет... Я тебе три раза сказал, иксы, да икс 4, 5.56, патроны есть. Окей. Это да. И это. Да, пожалуйста, 4? Не спрашивай меня еще четыре раза про иксы прицела. Так тебя не было слышно, я тебя спрашиваю, ты там что-то это. Давай, прицел. Ты в присадку вот, бежишь, патрон. Кстати, если интересно. Так, икс 4. У меня на этом... На оружие, понял, Игорь. Понял. Слева лодка плывет, но это по фану она, походу. У меня на кряке еще глушитель есть, так что если что, я готов, так, ребята, играть в снайпера. Короче, нам надо до ангара добежать перед справа нами. Справа будут близко, типа, их можно тут как-то это подрезать. Ну я на самом деле смотрю право и не вижу никого. Они прям близко должны быть, не? Андрюх, со мной, перед нами, типа. Одного вижу. Второго вижу. Позади. Один напал. Одного убил. Перед нами тут тип на 230.
убил. Как всех ли ты того еще? Добил? А в круг надо, убил, ребят. Двоих, двоих, синька рядом вообще. Дохну. Синька рядом. Парни, синька рядом, кто да, второй там игр? Бегу. Она сейчас очень сильная бошит. Да попизди мне. Попизди ему. Сейчас будешь хил опять просить. Игорь, ты набрал хилок с них, я надеюсь? Нет, нет. Ответ. О, блядь. Это нас... Можем на миник на 260 рядом свернуть. Наш кирикист убьет его, может. Так, ребят, я упал, отжался, блядь. Там глушак был? Ну, похуй, он крых есть. Так, значит, не... дальность не выставляется. На X8 выставляется? У тебя нет X8, да? На X4 не выставляется. Вижу, челик бежит. Пробую. Так, понял немного. Андрюк, помнишь, что зажимать? Они прям с другой стороны круга были. Зажимаю, держу ЛКМ, чтобы видеть пули, как летит. Не брать прицел. Да, я так и делаю. Перед нами челы с миниками были, так что тоже осторожно. С миникапами? Я стреляю в глаз, чтобы не попортить шкуру, если что. Это да, это так и надо. У нас на самом деле неплохая игра, но она не в кругу немного. Хотя тут ямка есть какая-то. Да не, по-моему тут. Или есть ямка. А вот на горе сверху случайно не будет людей? Бля, позиция пиздатая, но надо чекать спину, слышите, НВ там туда-сюда. Так, вон вижу челика, 150-160 бежит. Далеко? Через, с глушителем через дорогу. Вот, далеко, он глушителем бежит. Да, он глушителем был. Тогда давайте спину почекать. Мне кажется, нам здесь надо почекать сначала. Чекайте спину. Ну и вообще здесь горы, чтобы нас не ебали. Потому что прямо вот здесь где-то челы с миника стреляли. Так, там airdrop залагал. У него, походу, что-то серьезное с глушителем. Бля, 20 мнение. Человек живых, это шутка, что ли? Почему? Много, типа? Тут, ну, там круг маленький. Ну да, вообще очень много людей. Ты же сказал, дохуя. Кто-то бегает, что ли? Мне кажется, здесь сейчас мы в неплохой позиции. Спину чекаем, главное, чтобы нас не разъебали тут с горы. Да, спину надо. Бля, это что было? От Леха. Этот забор, кстати, не простреливается. Выебись. На будущее, так сказать, на все. Слав бежит. Парни, сейчас будет эпик минус. Готовьтесь. Готов. Круг закрывается, смотрите тут. Доброго. Ладно, допустим, тут никого нет. Вот, слышите? Гастриба. Там он к друзьям, наверное, бежал. Я слышу, гастриба бежал. У нас вообще я рядом круг, можем не психовать. Я не психую, но стрельбу слышу. Так, он ползет, скорее всего, к другу, ребят. Так кончай его, кончай его, Андрюх, что-то. Что? Дашь? Тут есть челы, тут есть челы. В этом доме есть челы. Мир, на втором этаже, на втором этаже, на втором этаже. Я на крыше. На втором этаже был чел. Вот на этом этаже, по-моему. Вижу, да. Ебать, ты напугал меня. Еще там же, там их дохуя. Под дохуя я имею в виду прям пиздец дохуя. Я еще двоих в меню видел. Да, тут человек на горку. Еще один справа был. Бля, надо было забить хуй на этих типов. Андрюк, сам сзади разъебывает, если что. Тебя тоже так ебал сломают. Вот оттуда. Я убил всех внутри, можешь ко мне зайти. Андрюх, вот тут у тебя прям типы. Пробую. Вот прям тут был типы. Ну я хилюсь, я тебе не помогаю. Вот нас. Мой дом, кстати. Одному вырубил, еще один есть. Пытаюсь помочь. Поднимать будет. Нет, хай я тебя закину туда. Я не могу махнуть. Перед тобой или хитим? Скажи мне, где? Меня направь куда, Игорь. На ХГ, слева тебя. Вот на этой горе, вот на этой горе они бегают. Хилься, Андрюш, просто в сыве. Тут ты не в круге, ты не в круге, Андрюх. Особенно бандажами хилится полная хуйня. Мерф в доме? Мерф убил, чела. Хилься.
красиво, красавчик. Сверху левее, прям за тобой прям. Да я вижу. Это меня стреляет? Это меня стреляет, убивает. Еще есть. Да еще подо мной один был. Он где-то в дыму. Думаешь, может, он перестался? Да, походу. Во-во. О, он через забор стреляет. Как Андрей, прямо перед тобой, под лестницей. Красавчики, красавчики, ребят, вот это будет команда. Да, он убил. Да. Много аптек. Гол, много всего. Гол ко мне в дом, тут три трупа, у них хил, дохуя всего и дом в кругу. Я только не помню, как я наверх забирался. Я, в принципе, мне больше ничего уже не нужно, я все взял. Какая на штука, котела для меня. Ты на втором этаже? Смотри окна осторожно. Да. Через окна могут разъебать. Ой, я X4 нашел, броник третий. X8 тут есть. Блин, я упал вниз, короче. А, так, хилюсь. Тебе нужны хилки, аптеки, энергетики? Не, у него да, все есть. Не, у меня скарф и лобез. Мне больше ничего не надо. Их 4, скорее всего, осталось full squad. Надо из дома отбиться будет. Опа. Ты? Нет, это не он. Нет. У нас много хилок squad. И третий шлем. Можно пробовать, мне кажется, отстреливать их. Не full squad. Но ты должен видеть, что в окна эти на 330. Там град, они с той игры стреляли. Вижу двоих. Стреляй. Ой, он меня тоже видит. Я сейчас поднимаю, заползу. Поднимай, Андрюх, подними своего. Один раз нажми, они друг другу стреляются, все нормально. Хилки нужны, сам? Ну ты... Сам гроза. Блин, у меня минус шлем, минус армор. Я есть хил у меня. Так тебе нужно меня прикрыть. Поджимаю твой дом. Чекай лестницу, Андрюх, чтобы они не зашли. Мне кажется, сейчас закрою. Сзади окно! Дох? Понял. Ну я забей все, но ты вряд ли меня поднимешь сам. Блин, забей хуй него, открывай сам. Блин, так неудобно. Не стреляйся, сиди. Сиди, чекай лестницу просто. Все твои. В следующий раз вам повезет. Да. О, ДСК можно посмотреть. Хорошая разминочная. Так, сколько мы убили? Я 8.